привет вам огромный. Сегодня у нас уже второй или третий день с Рэем. С Рэйчиком. Рэюшка. Сейчас мы поедем, покушаем каких-нибудь вкусных сэндвичей. Я ему сейчас завезу в один ресторанчик. Сэндвичка так скушаем. Посмотрите, какие у нас сэндвичи классные здесь есть. Поехали. Я сейчас сяду туда. Yes, take us to the beach hut, please. Уберский. Мы сейчас в Убере. Sandwich shop, please. Just any sandwich shop, huh? Beach hut, please. No, I think the best would be Morgan Freeman doing the sound for the GPS. Oh. Nobody How would get anywhere. They'd always want to get lost just to hear him. It was at this moment Ray realized he made a wrong turn. Barada. What? Barada. What? Epic Barada? Barada da da. What the? You can take it on the side. Privacy VIP. Бутерброд VIP. Yeah, at least his older movies he got punched at least once or twice. Мы сейчас разговариваем про старые знаменитые добрые фильмы с Чак Норрисом и Сигалом. Вот это времена были, ребята. Многие из вас, наверное, еще даже не родились, когда они фильмы эти были. Так, ладно, пойдемте кушать вот сюда. Beach Hut Deli. О, Bentley. Бентля стоит. Ladies first. It's a Bentley, dude. Yeah, it's looking at that. Ba-ba-ba bowling. Меню у них на телевизоре на таком. Крутой такой маленький ресторанчик для сэндвичей на тему серфинга и Гавайи сделан. Я? Америка. Look, it's пиво. Маленький, совсем маленький, средний, большой. Вот она, менюшка. Я взял себе сэндвич стейк, файоли чиз стейк, вот там который. И с чипсами сейчас возьмем. Какие чипсы выбрать, ребята? Давайте возьмем вот эти гавайские с сладким луком. Здесь доритосы есть, другие вот эти сан чипс тоже вкусные. Доритосы, читосы. Вот эти вкусные, но я хочу попробовать гавайские мои. О, вот она, машина знаменитая. Ребята, которую я вам показывал в кинотеатре. Что мы сегодня выберем? Сегодня у нас будут... Та-та-та-та-та. Чем-нибудь фруктовенькое давайте. Футбольчик американский. Nice. Так, ребята, я заказал вот этот вот Хайоли Чиз Стейк. То есть сэндвич с сырным стейком. Очень вкусное. Ребята, сейчас Рэй сходил в туалет и сказал, что там есть телевизор в туалете у нас. Пойдемте посмотрим. Все в паутине у нас. Совсем. Так, мужской туалет. Реально, блин, телевизор. Смотрите. Телевизор в туалете. Вот до чего Запад дошел, ребята. Телевизор в туалете. Ладно, сделаю вам обзор, как я писаю. Хулигановые, а. Посмотрите, сколько нам салфеток положили. Друже Обломов, наверное, бы просто был бы в экстазе. Look how many napkins we have. Ребята, я вот эти чипсы обожаю. Гавайские чипсы. А он эти любит. А она эти любит. Can I try? Absolutely. Sour cream and onion со сметанкой и с луком. Обзор. Can I try this?
Joking. Just Coke, man. Just try everything of his. Кстати, вкусное. А это у нас соль и уксус. Странная такая комбинация. Уксус и соль. Эти вкусные. Look at this shark coming out of the water. That's not a shark. I had something similar this morning. Out of my pants. Ooh, damn. No translating that shit. In fact, that's not even gonna be in the video. Matter of fact, let's race that right now. This is a really sporty place. There's football, hockey. Это называется skinny dipper. То есть к нему идет соус, и ты туда сэндвич макаешь, и очень вкусно. Он с мясом, с лучком, с сырком, cheddar. You're gonna dip it, huh? Oh yeah, thank you. There you go. Enjoy. Thank you. Вот это вот мое счастье, ребята. Смотрите. Какой мощный диетический сэндвич. А это Дебра. What the hell is this? Where did it go? I got the Santa Barbara. Какой-то с беконом, с сырком, с овощами. Приятного аппетита, ребята. Яблоко. Бутерброд. Мясо нежное. Сырок плавленый. Филадельфия сырок тоже вкусный. Перчики. Ой, блин, вкусняшенько, ребята. Лучок красненький. Это вообще офигенно. I'm on a diet, guys. Мясо навалили от души. Perfect. You can title this segment because race and sandwich and Russian so much. We just decided sandwiches. Ребята, реально весь его невозможно съесть. Но когда он уедет, я сажусь, продолжаю диету. Потому что мы остановились, как он приехал, больше таких остановок не будет. Потому что мы планировали его приезд уже как бы два месяца, если не больше. То есть мне, увы, на эти выходные диета не получилось. Берем с собой, потом покушаем вечерком. А завтра уже, ребята, продолжается диета. Было вкусно, вот. Мы сейчас пойдем куда-нибудь дальше, чем-то еще запишем. I'm gonna go get some cigarettes. All right, dude. Ребята, мы уже дома, мы уже пообедали, скушали сэндвичи, и у меня, смотрите, что лежит. Сейчас мы будем разгружать подарок от Рэя, который он мне привез из Лос-Анджелеса, из своих краев. Вот такое мешочище. Сейчас будем его разгружать. Я его поставлю на пол, и мы будем доставать и показывать, что он мне привез. Так, поехали. First up on the hit list. Dress uniform sweater. No longer used. То есть вот это вот свитер военный, уже они, говорит, не используют их, но вот он настоящий родной американский военный свитер. Okay. Pre-deployment. Ох ты. Woodland BDU top. Смотрите, классно, ребята. Woodland. Камуфляж Woodland. Вот все нашивки его из его отряда, из его дивизии. Американская армия, здесь написана его фамилия даже, Гроссман, вот. 40-я дивизия, пехотная дивизия, то есть пехота. Desert. О, пустынный камуфляж, пустыни. From my first tour. Это его из первой поездки в командировку в Ирак. Это его штаны, в которых он поехал в Ирак
в 2004 году. And you giving me pants that you wore in your first deployment? Absolutely. What about your for memories and things? I've got four pairs. Яблоко. Yeah, absolutely. Very яблоко. Another BDU top. Еще одна вудландская камуфляжечка. Видите, написано Grossman. Еще одна пара штанов. Also Iraq? Yep. Тоже в Ираке была. Здесь написано фломастером Grossman. You put your name in the marker right here? Yeah, for the laundry. А, это для прачечной, когда они там сдают в прачечные военные, то пишут свое имя на штаны, то есть легче найти будет. Вот этот камуфляж, вот этот вот именно, уже не используется давно. А это просто пустая, без нашивок, без всего. Тоже вот пустынная дезерт. Офигенно, ребят, так приятно это. Я просто офигеваю. Crazy mofo. This is gonna be like a surplus store. It is. Скоро свой магазин открою военный. Вот это классно. Одна из его первых курток, в которую он поехал, это вот его все фирменные нашивки, его дивизии. Which division is that? Okay, that's the 81st Armored Brigade, Washington National Guard. 81st Armored Brigade. 81-я вооруженная бригада, броня. Tanks? Yes. Танки. Армейская. Вот она, нашивочка этой бригады. А с этой стороны у нас, смотрите, флаг американский. And the other patch is my command in Panama. Panama command? My very first deployment. То есть это была первая командировка в Панаму. 1989. What does it represent? I think it's either the Nina, the Pinta, or the Santa Maria. It's one of the Columbus ships. А, на вот этой нашивке корабль, который сюда приплывал еще в те времена, Колумбуса. Вот, круто. В этой поездке была его в Панаму, 89-й год, 89, right? Yes. Вот это да. You have more of those at home, right? They oh, yeah, yeah. Like... And my rank. Sergeant? Yep. И вот его звание сержанта. Офигеть, ребята. Но это, наверное, я себе оставлю на память, потому что, ну, это мой хороший друг. И иметь от друга такой подарок, это на память просто будет офигенно. Вот что привез человек мне в подарок. Потому что знает, что я такие дела люблю, я коллекционирую. Еще у меня друзья в России, которые страйкболом занимаются, очень много их есть. Вот, поэтому и к Новому году обязательно выберем подписчиков и пришлем вам самые офигенные, настоящие американские шмоточки военные. Спасибо. Absolutely. Говорит, подождите, пока я расчищу и разберусь с другим шкафом своим дома. You gonna bring me a truck full of stuff? Maybe. Беспилотник мне привезет. Dude, this is awesome. Да, вот, ребята, если у кого-то знакомые есть, там, у кого в коллекции, например, есть вещи советских времен, советской армии, обязательно напишите, может, что-нибудь там... Как обменяемся или что еще, потому что он собирает тоже всякие такие вот вещи. Было бы, конечно, круто прислать чем-нибудь ему из России, там, горку, например, какую-нибудь, или партизан. Ну, что-то такое военное, с времен Советского Союза, с времен Афганистана, с чеченских войн. То есть, вообще офигенно было бы. Можно так устроить обмен. I would love a T-34. Ну, если найдете Т-34 танк настоящий, тоже присылайте, ребята. Ну что, ребята, вот, пожалуйста, небольшой такой обзорчик. Наверное, на сегодня все, покушали сэндвичи. Он мне показал, что привез. Половину из этого придется отправлять вам, мои дорогие. Спасибо, что с нами были, спасибо, что нас смотрите. Огромное вам спасибо от души и от сердца, как всегда. Любим, целуем, обнимаем и носим на руках даже. До свидания. До свидания. Яблоко. Машина.